Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 12 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. У Толи 3 марки и 7 конвертов. Насколько больше конвертов, чем марок? Насколько меньше марок, чем конвертов? Чтобы узнать, на сколько больше или на сколько меньше, нужно из большего числа вычесть меньшее. То есть нужно из 7 вычесть 3. Если мы из 7 вычтем 3, то мы пройдем через 4 деления. Это получится 4. Значит, конвертов на 4 больше, чем марок. На 4 конверта больше. А марок на 4 меньше. Две точки. На 4 конверта больше. На 4 марки меньше. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.